день. Вообще к нам пойдет Адель. Сказала я. День, добрый день, учительница. Ты выучила стих выучила, Адель? Давай, рассказывай. Я учила, как веду, и пошутила, как веду. Как веду шарики, лопнул Саши, как мячик. Почему ты ничего не знаешь? No. Гулять это хорошо, но учиться тоже нужно. В этот раз я тебя прощаю. Но следующий раз обязательно выучи. Хорошо, но я выучу этот стишок. Ну, когда гуляла, хотела выучить стишок, сядала на скамеечку и выучила стишок. Хорошо, учительница, обещаю. Я не буду поигрывать с занятием, буду хорошо учить дома стих.